Так, видео решил сегодня снять. Пришли в кафе. Сегодня решили вот зайти на это место, уже не раз показывали. Место называется Зербулак, или как он? Вот здесь пруд с сазанами, с такими кабинками. Решили попробовать здесь кухню. Сейчас посмотрим, что нам принесут. Заказали одну рыбу. А, не одну рыбу, а килограмм форели, который вот здесь водится. Пару салатов и один шашлык. Посмотрим, какие на вкус данные, так сказать, заказы. И сколько это будет стоить. Сейчас посмотрим, там парни ловят рыбу. Вот такой беседки. Вот здесь мы заказали. Здесь мы будем сидеть. Потом внутри я покажу. Вот здесь вот можно такое кострище развести. Посидеть. Пожечь. Так, ну вот. Давайте вовнутрь зайдем. Сейчас посмотрим. Вот здесь мы такую кабиночку сняли. Здесь можно расположиться вот так. Покушать. Вот такое. Здесь вот смотрите. Красота. Здесь стол. Ну, это шторы. Если днем, то можно закрыться. Вентилятор можно включить. Вот здесь все регулируется. Можно включить вентилятор, можно включить свет, можно позвать официанта, можно заказать по меню. Так, рыба чуть-чуть отсвечивается. Рыба сазан 5500 килограмм, форель 4500, коктал 6500. Так, ну я вот скажу, на килограмм это где-то 3 рыбки. Вот нам принесли, мы кое-что заказали. Это уже одна. Еще вот таких 2 должно на килограмм. Салат традиционный. Из... Ну, свежий салат. Помидор, огурец, лук. Чай, лепешка. Сейчас это у нас на масле жареная форель. Потом сейчас принесут 2 еще жареные на мангале. Ну, хотим попробовать разные вкусы. И шашлык. Один баранину заказали, тоже попробуем, чтобы знать, что здесь и как дают. Так, шашлыки, шашлыки, где вот? Ну, шашлыки вот так, чуть-чуть меню у них тут. Так, мякоть, мякоть. Короче, мякоть 1690, вот эту заказали. Так, свет чуть-чуть падает. Как бы сделать вот так, может, видать будет. Вот ценник. Или так будет видать лучше, кто под этот. Ну вот все, вот такое место. Все, будем здесь сидеть, кушать. Сейчас принесет все.
как говорится, запечатлеем. И вот здесь вот так. Принесли салат. Это как баклажаны? С рукколой. С рукколой. Что-то порции здоровенные здесь. Но мы первый раз, поэтому будем заказывать. Что не съедим, то утащим. Или надкусим. Так что вот такие дела. Сейчас еще у нас, как я обещал, две рыбы. И один... А, ну салат и есть. Все, две рыбы и шашлык. И мы кушаем. Так, вот еще принесли с мангала нам. Еще две форели. Ну как бы на килограмм вот это три форели. Одну мы уже съели вкусная, и вот одна вот такая. Ну, отличная, можно кушать. В общем, потом чек покажем, что почем. Это вот мы снимали, и вот шашлык принесли, который стоит 1690. Вот такой шашлык, вот такая подача. 1690. Сейчас покушаем, в конце скажем. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward.